Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Вы на канале Tarot Angel Planet. И у нас сегодня гимн Лакшми. Это у нас ведические ритуалы из Атхарвы Веды. Мы будем проводить этот ритуал через гимн, через медитацию. Сначала проведем гимн. И сам ритуал медитативный запустим после гимна. Пока я рассказываю, не забудьте поставить лайк, подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Мы начнем. Гимн можно переслушивать, пересматривать несколько раз, потому что он дает великие блага, какие вы сейчас узнаете, услышите. Можно и нужно его несколько раз делать. Ритуал будет давать красоту, здоровье, стройность, силу. Ну и можете от себя попросить. Лакшми еще и дает богатство, изобилие и другие благоприятные дары, благоприятные знаки на лице, на теле. Кому-то надо грудь побольше, кому-то попу поменьше. Все благоприятные знамения Лакшми как раз-таки дает. И можно у нее попросить и изобилие, и богатство вместе со всем этим. Стройность Лакшми дает только вместе со здоровьем. Итак, мы настраиваемся. Напоминаю, что мы садимся в позе лотоса, вытягиваем шейку, отстраиваем. Макушкой головы тянемся вверх. Можно сесть на стуле. Напоминаю, что мы должны чувствовать позвоночник. Напоминаю, что прям вы должны быть тростиночкой, бамбуковой палкой. Голову тянете вверх. Отстраиваете позвоночник. Руки внизу свободно. Тот, кто сидит на стуле, можно внизу просто скрестить ноги, но обязательно сесть с ровным позвоночником. Итак, начнем гимн. Да будет поклонение тебе, о Махамая, обитель счастья, почитаемая богами, держащая в руках раковину, диск и булаву, великая Лакшми, да будет поклонение тебе. Поклонение тебе, восседающая на Гаруде, наводящая ужас на асуров из клана Кола. О богиня, уничтожающая все грехи, великая Лакшми, да будет поклонение тебе. Всезнающая, дарующая все блага, внушающая страх всем злодеям, о богиня, уничтожающая все несчастья, великая Лакшми, да будет поклонение тебе. О богиня, дарующая совершенство и разум, дарительница наслаждения и освобождения, богиня, всегда звучащая в мантрах, великая Лакшми, да будет поклонение тебе. О богиня, разделяющая начало и конец, изначальная сила, великая владычица, рождаемая йогой, преуспевающая в йоге, великая Лакшми, да будет поклонение тебе. Грубая и тонкая сила Рудры, великая Шакти, огромная, о богиня, уничтожающая великие грехи, великая Лакшми, да будет поклонение тебе. О богиня, сидящая в позе лотоса, сам образ высшего брахмана, высшая владычица, матерь мира, великая Лакшми, да будет поклонение тебе. О богиня, облаченная в белое, украшенная множеством украшений, пребывающая в мире, матерь мира, великая Лакшми, да будет поклонение тебе. Тот, исполненный преданности человек, который читает и слушает этот гимн Восьмистишья Махалакшми, обретет все совершенства и даже царство будет обретать всегда. Тот, кто читает и слушает этот гимн постоянно, хотя бы один раз он устранит великие грехи, читая хотя бы два раза, станет наделенным великим богатством. А тот, кто читает и слушает три раза, уничтожит великих врагов. Великая Лакшми будет всегда
удовлетворена, благодарна и благосклонна. Поэтому переслушивать можно много-много раз. О, Лакшми, мы преклоняемся Тебе и просим Тебя, дай нам здоровье, дай нам стройную фигуру. Если у нас излишний вес, помоги нам похудеть. Все в Твоих руках, о богиня Лакшми, мы к Тебе преклоняемся. Услышь нас, имя, о великая богиня, восседающая на Гаруде. Мы хотим быть такими же легкими. О, великая богиня, уничтожающая все грехи, уничтожь наши грехи. За какие грехи у нас лишний вес, неблагоприятные признаки на нашем теле, признаки старения, признаки увядания красоты. О, великая богиня, уничтожающая все грехи, верни нам молодость, верни нам красоту. Верни нам упругость тела и подтянутость. Привнеси в нашу жизнь стройность и легкость. О, великая богиня Лакшми, услышь нас, услышь наши имена. Имя, о всезнающая и дарующая все блага. Ты не знаешь несчастья. Убери с наших дорог несчастье. О, великая богиня, мы преклоняемся Тебе. Услышь наши имена. Имя. О, богиня, дарующая совершенство и разум, дарительница наслаждения и освобождения, даруй нам совершенство наших тел, фигур, умов и разума, даруй нам наслаждение и боготворение Твоего, даруй нам освобождение этого, чтобы мы освободились от ненужного и были красивыми. О, богиня, звучащая в мантрах, великое поклонение Тебе, услышь нас и наши имена. Имя, о богиня, разделяющая начало и конец. Ты изначальная сила, Ты преуспеваешь в йоге, и мы за Тобой идем. Даруй нам стройность, молодость и красоту. Услышь нас, мы поклоняемся Тебе. Услышь нас, наши имена. Имя, грубое и тонкое, сила Рудры, да будет поклонение Тебе. Пусть мы будем сильны, сильны, как Твоя сила, и тонкие, как Твой стан. Услышь нас и наши имена. Имя, о великая богиня, сидящая в позе лотоса, о великая Лакшми, мы преклоняемся к Тебе, к Твоим лотосным стопам. Даруй нам, Праматерь мира, красоту, здоровье и удачу, и богатство. Богатство наших сердец приносит богатство красоты, богатство нашего мира. Услышь наши имена. Имя, о богиня, облаченная в белое, украшенная множеством украшений, ты пребываешь в мире. Ты, Матерь мира, укрась нас своим богатством. Укрась нас своими украшениями, даруй нам богатство этих украшений для нашей красоты. Как ты мир украшаешь, так и нас укрась. Услышь нас и наши имена. Имя. Мы преданные тебе, мы те самые преданные. Мы всегда готовы тебе молиться, о Махалакшми. Ты обретаешь совершенство. И мы молимся Тебе и обретаем совершенство. Совершенство нашей фигуры, стана. Все, что нам не хватает для совершенства, даруй, пожалуйста. И все, что излишнее в качестве веса, непонятного, лишнего в нашем теле, убери. Это будет царство Твое всегда. Услышь наши имена. Имя. Мы читаем, мы слушаем. Гимн тебе постоянно. Мы готовы его повторять. Услышь нас. Даруй нам молодость и красоту. Почисть все наши чакры. Убери грехи. Те чакры, что заблокированы нашими грехами.
от которых зависит лишний вес и старость, и неблагоприятные признаки в нашем теле, почисти и убери. Услышь наши имена. Имя. Снизошла богиня Лакшми. Вы видите ее перед собой. Она услышала ваши мольбы, молитвы. Она дотрагивается до вашей головы, проводит со лба, через голову, по затылку, убирает все ваши грехи, убирает тревожные мысли. Она омывает вас водой и делает вас прекрасными, красивыми, молодыми. Рука Лакшми движется по позвоночнику, по всем чакрам. Чувствуем позвоночник, сидим ровно. Вы чувствуете тепло, даже жар. Вы чувствуете, что это богиня Лакшми, которая наполняет красотой и молодостью ваш позвоночник, ваш божественный сосуд. Вы чувствуете, как вниз движется энергия. Энергия снизошла сверху, она божественная. Она своим теплом и жаром негатив прогоняет вниз, под землю, грехи. Там, где из-за грехов лишний вес, там, где старость. Богиня Лакшми угоняет и выгоняет из тела, из позвоночника, из божественного сосуда, прочь, вниз, в землю. Чистится чакра Анахата, чистится чакра Вишудха. Вы чувствуете легкость и силу. Богиня Лакшми как легкая, так и сильная. Она дарует нам эти силы, эту энергию. Вы чувствуете, как очищается чакра Манипура под солнечным сплетением. Чакра Сватхистана и Муладхара. Именно там основа женского здоровья. Именно там будет здоровье, будут здоровые волосы, крепкие кости, хорошие зубы. Будет красота женская, будет тонкий стан. Богиня Лакшми чистит эти чакры, проводя рукой по спине, по позвоночнику. Несколько раз она проводит, начиная от лба, по голове и вниз по позвоночнику, по спине. По спинке гладит. Все греховные воздействия, из-за которых лишний вес, жир не в потребных местах и старость и увядание, все это уходит вниз, в землю. Уходит туда и не вернется никогда. Слово мое крепко, слово мое верно. Аум. Мы поблагодарим богиню Лакшми. Мы преклоняемся ей. Гимн и ритуал переслушивать можно много-много раз для укрепления эффекта. А мы завершаем наш ритуал. Всех благодарю, кто был со мной на этом ритуале. Можно свои имена подписать в комментариях, чтобы при включении видео они работали. Чтобы имена ваши всегда были подписаны, всегда были в энергетическом поле этого ритуала. В комментариях можно написать благодарности. Благодарю или принимаю с благодарностью. Не забудьте подписаться, кто не подписан, поставить лайк, колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео, ритуалы, медитации. Благодарю вас. Благодарим Лакшми. Благодарю Лакшми. Благодарю. И мы завершаем ритуал. Выходим из него. Пока-пока.